Еще одно поражение текстильщика. Встреча красно-черных с Калининградской Балтикой в рамках турнира «Олимп ФНЛ» завершилась со счетом 1-5 не в пользу ивановцев. Начало матча складывалось как нельзя лучше. Уже на 5-й минуте забил Максим Сидоров. Но затем, по словам наставника красно-черных Дениса Бояринцева, началась череда ошибок, которая привела к неутешительному итогу. Так вроде дотерпели первый тайм. В перерыве вроде внесли коррективы, но, к сожалению, сами себе опять везем сами себе моменты. Пропустили. Ну и в конце, конечно, необъяснимо, честно говоря, необъяснимо развалились. За 5 минут практически 3 мяча пропустили. Конечно, сложно такие матчи комментировать, искать какие-то, наверное, не знаю, неоправдания. Как-то хочется, да, за ребят заступиться, но, честно говоря, ну, у нас просто серия, просто черная какая-то серия идет. 4-5. Очень много пропускаем голов.